Господу помолимся. Господи, помилуй. О всечесненный настоятель и священный архимандрит Луций, братья и святые обители сия, Господу помолимся. Oh.
скини, Его же насади, десница Твоя. Thank you.
Великого Господина и Отца нашего, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского, первого иерарха Русские зарубежные церкви, и Господина Преосвященнейшего Георгия, епископа Мефинского, да поминет Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический и диаконский монашеский чин, всечеснада отца, архимандрита Луку, настоятеля святые обители сия с братью, здесь служащий священный собор, где труждающихся, благотворящих, поющих, да поминет Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Царя,
святим храме всеми с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящим вон Господу, помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Если го совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа проси. Наставника, хранителя души, целец наших у Господа. Возлюбим друг друга на едином месте исповедания. Святые, Боже, не
на честной даре, Господу помолимся. Я, когда человека любит Бог наш, приема его святые пренебесные, мысленные свои жертвенни, воню благоуханию духовного, вознеспосвят нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодати. Святаго Духа, Третьего Лица Святые Троицы, Великие Отцы Григорий, Василий отстаивали право христиан на веру в Божество Духа Святаго, отстаивали истину Божества Святаго Духа. Не все и не сразу может вместить человеческое сердце и человеческий опыт. Потребовались времена, чтобы вера в Божество Духа Святаго в Церкви нашей укоренилась и стала бы неотъемлемой частью нашего с вами православного вероучения, нашего дыхания, жизни нашей. Дорогие, в этот день я скажу вам, молился с большой радостью. День для меня этот литургический был не только высокоторжественным, а, признаюсь вам, очень сердечно трогательным. Я временами отходил как бы даже вниманием своим от внешнего происходящего, и тепло было на сердце моем. Я ощущал, что я воистину в кругу близких, единоверных, сердечных людей. Молитва моя была ничем не повреждена, ничем не развеяна. И я благодарен Богу, благодарен владыке митрополиту Иллариону за то, что возможно стало мне принять гостеприимное приглашение отца архимандрита Луки и прибыть сюда с моими спутниками, чтобы разделить торжество престольного храма сей святой обители, сказать слова благодарности, признательности архимандриту Луке, настоятелю обители, с братьев, всем тем верным помощникам обители, которые помогают и в сей день ей благоукрашаться, возносить молитву к Богу, охранять лучшие традиции Русской Православной Церкви. Конечно же,
мы с вами понимаем, что страна, отчизна наша в свое время так много претерпела именно от нехранения традиций. Переворот 17-го года, или как его именуют, революция, принесла много горя Отечеству нашему. Важно впредь стремиться извлечь из этого уроки, и чтобы никогда бы сердце бы наше бы не уклонялось на путь каких-то резких изменений жизни, как общественной, так и церковной, ибо от лукавого это. Должно принести слова благодарности основателям этой обители. Кто здесь жил, молился, трудился, помогал этой обители существовать, за святое охранение традиций Русской Православной Церкви. Я вспоминаю, как пору свою епископа Тираспольского и Дубосарского имел одно село, заселенное болгарами, прибывшими в те края, чтобы спасти жизнь свою во время турецкого жестокого ига. И тогда они спаслись в пределах Российской империи и заселили берега Днестра. Что интересно, до сих пор они сохраняют бережно свое наречие. И когда прибывают люди, гости из современной Болгарии, то они удивляются тому, что слышат староболгарскую речь на берегах Днестра, и удивляются, говоря, у нас уже этого нету, мы утратили это богатство языка болгарского. Мы с вами должны понимать, что происходит развитие цивилизации технической, но мы с вами должны признать, что прогресса в человеческом обществе констатировать не приходится. Человечество все более уходит от Христа, а именно во Христе наш идеал, икона и для почитания, и для следования. Мы не можем себя тешить словами, что мы будем самопросвещаться, самоутверждаться, заниматься какой-либо деятельностью, которая принесет нам больший прогресс, чем это было во Христе. Раз и навсегда человечеству дан идеал Христос Спаситель, Бога-человек. Никто и никогда на земле не может совершить того, что совершил Христос Спаситель. Туда, на Христа, должны быть обращены наши с вами взоры, чтобы мы с вами не тешили себя пустыми разговорами о самосовершенствовании, что якобы это может быть нашей целью. Целью жизни сознательного человека, христианина, должно быть стяжание Духа Святаго, как говорил, учил преподобный Серафим. И дается это путем покаяния и ощущения своего великого смирения пред Богом. Нужды своей пред Богом, чтобы Господь поддержал бы нашу бы душу, дал бы ей бы шанс, надежду на исправление и на милостивое божественное прощение. Дорогие, конечно же, мы с вами помним и следующий принцип святоотечества, который говорил: «В главном имейте единодушие, единообразие, во второстепенном да будет свобода, но во всем будет любовь». И если мы будем жить святоотеческими принципами, если будем жить любовью, которую являет нам Божественная Троица, ибо Отец, Сын и Дух Святой так
любят друг друга, имеют такое единодушие, единоволие, единовластие, что и нам с вами должно всегда смотреть на эту тайну божественной, троичной любви и вразумляться, и научаться. Это для нас с вами пример для подражания. Я благодарю вас, дорогие владыка, собрат, преосвященнейший епископ Георгий, отец архимандрит Лука, дорогие Господи, собратья, братья и сестры, за это торжество, за этот пир веры, от которого я причастился милостью Божией и вашей любовью. Красота эта, память об этом, да согревает наши души, потому что праздники заканчиваются, и должно потом идти на наше с вами послушание каждого. Но такие праздники, они возвышают душу, они дают импульс благодатный, духовный, чтобы еще какое-то время в радости пожить, потрудиться, смотреть на этот мир с радостью и с надеждой, и не боясь ничего и никого, кроме Господа Бога. Храни вас Господь! Благодарю вас, дорогие, за сей праздник нашей православной веры.